Так, микрофон. Так, я слушаю. Игнат Тихонович, ну я услышал, я добавлю этот текст, который... Да, 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 там как-то сделать, чтобы хорошо читалось. Это очень сильно одно к другому идет. Это, ну, хорошо. Это увеличивает несколько раз значение. Это... А вот Николай меня что-то тревожит. Говорит, там надо к Никуну, вот у меня священник, который познакомил с женой, венчал там все такое. Отец Александр Никуля, он говорит, надо к нему что-то поехать, попросить прощения, там все такое. Вот. Я не знаю. А за что просить это? Прощения? Ты у кого? Ну, есть такой священник, который меня который своего сына отвел от этого. У него сын старший, и моя жена с ним дружила, с его сыном, а он их как бы, ну, как море корабли развел. Понятно. А потом прошло время, несколько лет, он мне по эту, ну, можно сказать, подкинул эту вот, ну, женщину эту, Анастасию. И вот когда у нас уже, ну, семья разрушилась, она там, меня заочно развели там в суде, а он, я приехал к нему, к отцу Александру, говорю, ну ты хоть как-то помоги, ну повлияй, что она творит вообще, все разрушено. Он говорит, и он мне рассказал, что вот там я сына когда-то своего отвел, ну то есть полный какой-то, ну, безумие какое-то вообще. И вот... Конечно, я как бы, ну, я в это все, это как забудешь вот эти все вещи. И мне Николай как бы вот он акцентирует внимание на том, чтобы я поехал и вот попросил, что я на вас ничего не держу, зла там, прость, и все такое вот, ну, понимаете? Какой Николай-то? Ну, Астахов, он мне постоянно звонит и говорит, давай, давай, Виталя, надо поехать. Я не знаю, знаете, я несколько лет я пытался что-то там, ну вот раньше, еще до знакомства с вами, пытался там, ну, семью восстановить, все, и все как облю. Ну, и к отцу этому Александру не раз ездил, и звонил, и все, и что только не делал. Ну, ничего не помогло. И в итоге вы мне сказали, не лезь туда, не лезь вообще туда, не лезть. Ну, это давно разговор с вами был, когда я... Ну, вот. Я не знаю, что вот. Ну так она с ним жила это или нет, или просто знакомы были? С его сыном, они не жили, они хотели только жить. Хотели. Так он, но что? Он в итоге развел их из-за мамы, как он сказал. Из-за ее мамы я не хотел, чтобы сын мой с ней связывался. А мне потом ее подбросил. Ну, и как же мама, в принципе, да. Нет, а как он мог подбросить? Мать ее повлияла на развод. Виталий, ты говоришь, что он, да, мне ее подбросил. Так ты-то живой человек был. Ну, я идиот был. Ну, тогда бери на себя вину всю. Больше не надо к нему ездить еще, ничего не имея против него, и на этом все. Ну, я ему, а что я имею? Я молюсь только в разумлении, потому что он сколько? Он вот эту прелюбодейную ересь, так называемую, а может и не без кавычек, действительно прелюбодейный, он ее даже до сих пор распространяет. Понимаете, Игнатик? Да не то надо там... еще. Ты зато не отвечаешь, Виталий. Просто забудь все это дело, живи нормально, и все на этом есть. Я забуду. Ну, Коля мне говорит, поехали туда. Я вот, а у меня какое-то такое чувство непонятное. Ну, договорились, Коля ни при чем, ты. Я тебе говорю, ехать зачем? Не знаю. Да ни зачем, сиди, молись, и все. Время коротко, мы будем разъезжать, да просить, чего просить, сам не знаю. Да вот в том-то и дело. Ну, короче, Коля просто тревожит мое сердце. Нет, а ты не считай все. Вот он тревожит, не надо на Колю говорить тоже. Мы сами... Не, ну как, он несколько раз, он ролики какие-то выставляет. Вы разве не видели, что Виталя там что-то вообще в погибели? Ну, я не видел. Против меня роликов 250 уже, говорит, выставлено. Посчитали, 250 роликов против меня, самые злобные. Ну еще, и я там гомосексуалист, еще только нету. То есть самое безумие. Ну, я-то какое отношение имею? Это не обо мне речь идет. Это на кого-то, ну, хорошо, они льют. Я не знаю, ни одного шага в этом направлении не делал. Еще бы я ходил по ним. Мое дело свидетельствовать о чистоты сердца. Вот сейчас мы готовим это издание четырехтомника. Это что-то. Я тебе скинул как раз, показал, видел, как оформлено? Слава Христу, Игнатий, что сказать? Ну так это не просто. Там только стихов будет в каждом томе по 880 страниц. И по 96 страниц фотографий цветных.
в каждом томе 96 страниц. А такого никогда не было. Тем более название-то какое? Проповеди в стихотворной форме. У меня их там примерно 4000. Да. Ну и все. Ну как вот будет, все везде ходили, в разные типографии, да за 2 миллиона закатывают. А всего 250 экземпляров. А сколько вы хотите экземпляров-то в итоге? 250 штук. Это мало ведь, Игнатий? Да, конечно, мало. Ну, деньги-то были бы, мы заказали больше. Дай денег-то, мы закажем 1000. Да я бы с радостью, если бы были. Мне на зубы не хватает. Я беззубая корга хожу. Мы только что издали 3-томник. Это обошлось больше, кажется, 5 миллионов. И только привезти больше 200 тысяч заплатили за подвоз. Но это рядом здесь, можно договориться. И мы там что были, закладки какие, все устранили, чтобы хотя бы в один войти. Это, ну нету, у нас нет таких денег, совершенно нету. Хорошо, Игнатий Игоревич, а вот зубы, если вот человек уже пожилой, ну вот мама моя, я ее уговариваю, зубы иди лечи, а она не хочет, боится. Ну что, отстать от нее? Отстань. Отстань. Ладно. Я вот не лещу тоже, не лещу. Ну а как жевать-то вы будете? Все жую, на терке тру. Я даже не замечаю этого. Лишь бы слюни лишь бы выделялись. Вот что главное это. А это я могу растолочь, что такое. Вон у меня кастрюля. Я беру толкушку и толку всякую там зелень беру, одуванчики, крапиву. Игнат Тихонович, а если вот у вас вообще зубов не будет, и вы все равно будете деснами, да, жевать или как? Никак. У меня еще ни один корень не выдран. Корни – это мудрость. Да. Это уже доказано теперь. Сколько корней выдал, настолько у тебя будут выпадать. А памяти лишаешься. Мне нельзя. Меня в Америке, когда привезли, опрокинули там все это лакированное. Он посмотрел и говорит, надо дергать. Я говорю, мне нельзя. А почему? Я говорю, потому что я веду занятия в 5 университетах, в 13 школах. Я наизусть все цитирую. У меня памяти не будет. Я по телевидению выступаю, по радио. Нет, еще вы придумаете, он такое. А когда я тут приехал сюда, а так как я репрессирован, то бесплатно зубы вставляют. Ну, выбили, теперь ставим бесплатно. Ну и вот я пришел, стал говорить, а пожилой такой мужчина, да вы откуда-то знаете? Да ниоткуда, я чувствую это. Вы нигде не считали? Я говорю, нет. Да все, они же, говорит, уже доказали. Опыт вели там лет 15, это в Швеции или где-то там в Норвегии. И все вот, что я сейчас говорю с зубами-то, отпадает память, особенно от верхней челюсти. Ну и все, я от него встал и пошел, ничего не стал делать. Вот, Игнат Тихонович, у меня вот с этой стороны нету зубов, все выдраны. И у меня нету, я даже не замечаю этого. Ну у меня выдраны корни, все, у меня все. А у меня сами выпали, у меня не выдергивали. Корни выпали, корни. У меня зубы были бы все целые, если бы я не сделал одно дело. Ну, купил насос впервые в деревне, это не ведром, а насос качает-то. А сосед рядом живет и смотрит так, как мы качаем-то. Я решил ему дать шланги туда протянул. А вода-то кончилась. Я решил углубить колодец. И когда... А там деревянный пол. И когда я его сорвал, вода чистая-чистая, как поперла жижа. Я с этой жижей там, в темноте... Вода холодная, ведрами вытаскивает, на меня льется. Я вылез только маленько, жара на улице, вот этот перепад температуры, у меня все до одного зуба заболели. Вот где было. Из-за того, что хотел сделать хорошо соседу. Глупость все это. Игнат Тихонович, а знаете, вот я хочу кошечку, ну вот, а мама не хочет. Ну, что делать? А поговори, уговори ее. Она бесполезна вообще. Не, как это нет? И мыши, и все. Кошка на колени. Вот смотришь, с собакой, даже Гитлер с собакой все время была, блонди у него. Ленин сидит с кошкой на руках. Это сильно облегчает, если у тебя какие-то волнения. Ты можешь с ней разговаривать, гладить, благословлять. Да, да. Ну, мы на 8-м этаже тут как бы. Хотя мыши иногда и проникают все равно. Конечно. А что такого? Там специально продается. Да, в ящик где-то наложи земли-то. Мокрый опять принес, накопал, да и все. На зиму наготовь несколько ведер. Нужды нету. Вот у меня 2 кошки. Володя увез 2.
Здесь еще одна, еще две. Примерно 6 кошек содержу. Да я знаю, знаете. У вас вообще рай. Маленький рай да. такой. Да, вот они до того умные. Это вот. Паля, ты где у меня? Ты видел Паля-то какая? Ну да. Она как лиса. А это пантера я называю, черная пантера. Видел ее? Ну да. Ну вот и все. Так ты в эту, которую я тебе скинул, Сергия Строгородского-то, расположи туда. То же самое, что у тебя есть, но как-то продли там. Дальше ну, ты считаешь. Я сейчас подумаю, как сделать, Игнатий. Да подумай как. Только четко, ясно, что было. Можешь печатными буквами послать, не наклонными. Оно лучше считается, когда много. Это очень важное сообщение, очень важное. Маленько пошире, повыше сделай его. Можешь красным сделать это. Игнатий. Ну как? Это же очень важное сообщение его. Ну важно, ну все будет нормально, голосом выделю. И тарабище, если хочешь ты там, который считаешь тарабище, сделать рубленными печатными буквами, чтобы они были красные, чтобы резко... А можно тогда сделать славянский там, знаете, такой вот? Нет. Сергей, ну Сергей так делал, который парализованный, у него текст всегда таким шрифтом был. Не надо, я говорю нам то, чтобы люди сразу... Ухватили это. Хорошо, я сделаю ровно сделаю, ровный какой-то шрифт выберу. Ну, а ты видел, вот у нас я сейчас показал книги, какие корешки. Корешки. Получил же ты? Ну, получил, надо посмотреть. Ну, 4 тома. Главное, чтобы все крупно было. Вот, крупные, 4, крупные. Я тебе выслал, как будут выглядеть 4 тома, не считая 4-й. Там все пока все. Не можем сфотографировать. Напротив... Книги, что были, и флаг российский. Не, Игнатий, вы, наверное, в общий чат туда. Ну и ладно, а мне нету. Я сейчас тебе скину сразу. Все тогда. Я с тобой. Все, спаси Христос, Игнатий Тихонович, я понял вас. Все, давай, сейчас я тебе скину. Все, отошел. Коля.